Пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР сообщает, что шахтеры Донецкой Народной Республики в октябре впервые за год подняли на гора свыше 1 000 000 тонн угля. Напомним, в сентябре количество угля приблизилось к 1 000 000. Горняки ДНР добыли 965 936 тонн черного золота. В октябре шахтеры республики смогли преодолеть 1 000 000-ный рубеж добычи за один месяц. На гора выдано 1 392 тонны твердого топлива, из которых 725 338 тонн энергетического угля и 275 054 тонны коксующегося, сообщили в Минуглиэнерго. Ранее министр угля и энергетики ДНР Руслан Дубовский заявлял о том, что в октябре планируется добыть 1 000 000 тонн твердого топлива благодаря введению в эксплуатацию 30 сентября новой лавы на Снежнянской шахте «Заря».